Заглянул в пекарню. Спасибо, 303-й. Понял. Диспетчер, повесь номер мой знак этого автомобиля. Офицер Мэтьюс, у нас тут драка. Дом 1452 по Льюис-авеню. Прошу высадить наряд. Вас понял. Все нарядом при... Офицер ранен, срочно пожелайте подмогу. Триста шестой. Высылайте наряд. Возможно... Нам нужна помощь, повторяю, нам нужна по... Чистип. Что это значит? Я не знаю. See you tonight. Увидимся вечером. Не опаздывайте, лузеры. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Дай-ка оценим, что будет здесь, бедствие. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Мы же говорили об этом. Could you have any less game? Ты совсем подкатывать не умеешь. I'm no good at this. Ooh, how about... Может, Yo, Jen, увидимся на пати. Черт, если хочешь, я взял наручники. Господи, тебе уже совсем не имется. Дай-ка, ведьма любила его сейчас покажет магию. Don't make me Ладно, sound like только loser. Не выставь меня полным дураком. Я же просто свах. Hey, погоди, дай сперва глянуть. Поздняк. Awesome будет очень круто там What? Увидеть тебя. Чё, да, я бы сам такое написал. Начало хорошее. Она ответит, вот видишь. You know, знаешь, я даже не знаю, идти мне туда или нет. Ой, брось. Там будет круто. Ты просто ненавидишь вечеринки. Это потому, что они все одинаковые. Толпа народа, адский грохот, все в стельку бухие. Да, Шон. Ты только что описал вечеринку. Ну? The suspense is killing me. Это папа. Спрашивай, приду ли я домой после школы. Господи, мне же не 10 лет. Он просто волнуется за тебя, Шон. В общем, радуйся, что твой отец заботится о тебе. О, это Джен. О, это Джен. Ты что, ей не терпится увидеть нас на вечеринке? Что? Да. Я сказал, моя магия тебе поможет. Так, что посоветуешь на здесь вечером? Гандон. Ты явно не заевал на уроках полового воспитания. Hey, lovebirds. Эй, любовнички! Shut the fuck up, заткнись нахер, козел. Damn, your neighbor's an asshole. Чел, твой сосед в настоящем дело. Always true to himself. Как всегда в своем репертуаре.
Man, we need to find a couch Блин, for your dorm. Или поздно мы поставим что-то там. Ooh, careful. Эй, осторожно. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone. Потому что ты был один. Меня твой папа не застукает. He loves me. Он меня обожает. So, you wanna hit or not? Боишь курить? Ну хули. Ну давай, ладно, похуй. Yeah, okay. It's Friday. Сегодня пятница. Thanks for making me smoke. Вот спасибо. Из-за тебя я... Сегодня я просто жду, чтобы ты не курил травку. Лады? Лады. Скорее бы увидеть, как ты укуришься в хламину и попытаешься это сделать. Как-то они быстро все скурили. К слову о травке. Я сегодня... Что нам еще нужно? Эрик сказал, что его предки не держат продукты в этом домике, так что составим официальный список для вечеринки. Эй, ты чего творишь? Не дергайся, ты мой человек-блокнот. Во-первых, нужны деньги на покупки. Хавчик. Чипсы с соусом. Газировка. И все такое. Надеюсь, это потом. И, конечно же, нельзя забыть про бухло. Я, наверное, смогу умыкнуть упаковку у папы. Ты не подумал, что можно просто отправить мне сообщение? Точно. Пледы. Сегодня ночью будет очень холодно. Вам, Джен, нужно что-то, под чем вы будете обжиматься. О, и еще кое-что. Презент. Кондомс. Где там кондомс? Это пенис, что ли? Is this how you see a penis? Damn, you should try. Черт, ты хоть ради интереса попробуй узнать, как он выглядит. Road, а, чувак, это тем лучше не поднимать. Мои шансы замутить кем-нибудь сегодня вечером раз в 10 выше твоих. Сейчас тебе. Че это звук? А, самолет. Ох уж эти сраные самолеты. А че такого? Они, конечно, задолбали, но я буду по ним скучать, если куда-нибудь перееду. Жизнь меняется так быстро. Я иногда как подумаю, что будет с нами после школы, так сразу слезы. Останешься ты моим лучшим другом? Станет ли когда-нибудь жизнь лучше, чем в доме 1452 на Лаже-авеню? Без шансов, сестренка. В нашем гребаном мире вонючему Мексу вроде меня, как бы это сказать, дорога одна в тюрьму. О, я не переживаю, тебе вышли за стену гораздо раньше меня. Черт, ты права. Поэтому уже должен стать круче тебя, чтобы мои 10 тысяч подписчиков спасли меня. Это у тебя вряд ли получится, но... Все равно я тебя обожаю. Так, дело уже к вечеру, я еще не решил, что надеть на вечеринку. Звякни мне по скайпу. Скоро увидимся. Да начнется пятничный вечер. Perfect timing. Как вовремя. Ты-то мне и нужен, сынок. Sure. Да, только я немного занят. Ты Лайло видел? Она сказала, что мы на следующей неделе можем сходить в кино. Она сказала. Чувак, давай-ка... Ты, кстати, не совсем... Тебе повезло, что он тебя терпит? Блин, ну спасибо, пап. Какая трогательная забота. Не благодари. А сейчас нам нужен... беспристрастный судья. Которым будешь ты. Серьезно? Эй, так нечестно. Суд идет. Судья Диас рассматривает дело о последнем Шоко
Хрустя. У меня много дел. Подготовка к вечеринке, все такое. Поэтому, если хотите попасть на вечеринку, всякое такое, придется вам поработать. Ваша честь. Вот жопа. Эй, он ругнулся. Да, я слышал, ябеда. Прошу вас, судья Диас. Покажите пример коллегам и обществу. А потом пойдете зависать, тусоваться и все такое. Итак, кто заслуживает право съесть этот последний шок охруст? Ваш чудесный младший брат, который съедает по 10 пачек в день? Или ваш бедный, несчастный отец, который горбатится над раскаленным двигателем, чтобы у его детей были дом, был дом и гараж? Я, ну же, судья. Пусть он сам решит. Судья, гласите ваш вердикт, пожалуйста. Вы оба виновны. Пустой тратьте моего времени. Дело закрыто. Это нечестно! Пап! Батя! Не может быть! Меня предал мой родной сын! Он плохой. Ладно. Пойду работать. Мне надо идти. Труба зовет. А вы ведите себя хорошо. Как всегда. А я пойду работать в свою комнату. Ага, и не спеши выходить. Блин, нет, чтобы шоколадку разделить на троих или на двоих. Окей. Займемся приветствием. Йоган Кегельсфер с вами. На экране у нас Life is Strange 2. Вот так вот начинается... Не скоро начинается приветствие наше. Так, я небольшой любитель машин. Но эти тачки реально крутые. Я не знаю, что тут будет происходить. Как, в принципе, и в Life is Strange первом. Ну, вот это же только интереснее, правда? А вдруг Джейн зайдет в гости? Мы тогда затопим камин, и... Джейн — это его, типа, девушка. Опа. Так. Что тут у нас есть? 3-2 бакса. Даже не верится, что он у меня с 8 класса. Пеналыч. Контрольная работа. C+, это типа тройка. A, B, C. А да, тройка типа. Наушники. Ключик от скейта типа. Я в парке целый месяц не катался. Когда начнут дожди, будет уже слишком поздно. От скейта, наверное. Так, найти напитки, найти хавчик, попросить денег у папы, найти плед. Денег у папы. Фотография Ойла говорит, будто это точно копия папы. Видимо, это комплимент. Может, это закон жизни? Да, что фотки на документы всегда дурацким выходят. Нормально, аж фотка, чё? Чё ты? Листовка про борьбу с травлей. Нам их постоянно в школе раздают, и все сразу выкидывают их в мусор. Записка от Джен. Пару недель назад она мне здорово помогла. Она классная девчонка. In case you need help with math. Если тебе нужна помощь с математикой, тогда ты звони. Так она аж, блин, визитку тебе дала. Мне нравится эта старая зажигалка из папиного детства. Правда, она был... Он бы разозлился, узнать, зачем я таскаю ее с собой. Чтобы сиги курить. Ключи от дома. Кажется, будто мы здесь целую вечность прожили. Уже 10 лет. Типа лего-человечек, не до лего-человечек. Я без воды из дома не выхожу. Эта осень выдалась очень сухой. Флешечка. Учебник по матану. Осталось вытерпеть еще год, и математики больше не будет. Надо наушники. Самое то для одиноких поездок на школьном автобусе. По факту. Привет, сынок. Надеюсь, ты будешь творить чудеса в этом новеньком блокноте для рисунков. Уверен, у тебя все получится, если тебя, конечно, лень не одолеет. Помнится, я стал первым, кто кого-то нарисовал. Сможешь теперь переплюнуть мое гениальное творчество? Хотя, ладно. Ты лучше рисуй, а я займусь движками. С днем рождения. 16. В 2016. С любовью, твой батя.
День труда, мать его. Последние бургеры этого сезона от шефа Диаса. Ля, мода. Бейсбол, игра для узеров. Здорово, пап, я тебя вижу. С этим реально тут туго сегодня пришлось. Рисунки. Так. Космос. Что тут? Школьный ад. Тормозная сезон. Пипец, опаздываю. Спасибо, боже, что есть Лайва и ее дурацкие шутки. Mystic Mice. Go Days. Гуль. Притормози, чувак. Ты о чем? Уши. Я постоянно орёт с микрофон, когда играет в Майнкрафт со своим другом Ноем. Господи, сколько ей лет? Мне было 10, когда мы её купили. Значит, ей что? 16? Ему 16 получается. То есть ей 6 лет? Даже не знаю, что чаще играет. Дэниэл или папа. Кто чаще играет. Я мог бы остаться дома и весь вечер смотреть Топ Гир с папой и Дэниэл. Бля, Дэниэлка. Тёзки, получается. Папа ненавидит суши. Но сам покупает. Но нам покупает. Окей. Диски. Глянем на диски. Папа пересматривает с нами трилогию «Властелин колец» каждое Рождество в озвучке Гоблина. Так, папа. Куда ты засунул все пледы? Опа. Батя. Спроси его. Это ты шоколадный воришка? Круто. Передай старшему брату, что он сегодня никуда не пойдет, когда его видишь. Эй. Раз уж ты здесь шаришься, подай-ка мне гаечный ключ из красного шкафа. Окей, сейчас. Тут нет гаечных ключей. Значит, в другом месте. Осмотрись-ка. Он точно был где-то здесь. Гибкий трещоточный ключ на 16 миллиметров. Не видно нихуя. Блять, да вы можете... Надеюсь, я никогда не состарюсь. Эй, это лучше, чем умереть молодым. Да хорош пиздеть, я, блять, ключ не могу найти. Ну, нет, это не тот. Ну, вот этот похож. Ну, типа, он не прям... Ну, гаечный, трещоточный. Эй, сынок, ты нашел гаечный ключ? Так, где ему? Не торопи, я ищу. О, нашел. Кажется. Размер не тот. 16-й. Ну да, это где-то 14-й, что ли. Так, блин. Он сказал трещоточный. Вроде вот это тоже трещоточный. Вроде как раз это 16-й. Кстати, тебе уже сказали промежуточную оценку? Да. Четверка. Тройка с плюсом? Ты же говорил, что такое крутое сочинение написал. Ага, по-моему, мисс Кэллоуэй предвзято относится к бойня номер... Да, блядь. А не мне, и ты мне это не говори.
Фон, размер. Отображая, субтитры. А может как-то, чтобы они помедленнее пиздели? Они-то, это ж пиздец. Я не успеваю за нее. Выключить лицензированную музыку. На следующем родительском собрании я ей все выскажу. Это он? Ну, это он. Искал ты, конечно, долго, но справился. Я сделал себе механика, вот увидишь. Ага. Дай-ка я затяну его. Ага. Ты все-таки решил заглянуть своему старику и вместе с ним... Что-то сделать. Ну, типа того. Я знаю, это не твое. Но какую профессию тебе получить? Неважно, художником, другим спортсменом или механиком. Любишь, ты выкладывал душу в любимое дело. Лишь бы ты. Вроде. Я стараюсь, я просто не знаю, чем лучше заняться. Тебе всего 16 лет. Еще успеешь найти свое предназначение. Поверь, я тоже не сразу определился. И ты счастлив? В смысле, тебе нравится тут жить? Или работать? Ну, конечно. У нас все отлично. Может, когда-нибудь я выйду на пенсию и вернусь в Мексику. Пуэрто Лобос. Но до тех пор... Эту песенку я уже слышал. Ты же знаешь, зачем я чиню для тебя такую классную тачку на выпускной? Ну, она классная. Просто я не привык водить. Давай, привыкай. Иначе поедешь с своей подружкой на выпускной на 30-м автобусе. У меня прям что ни день, то свидание. Дэль мне вечно всю малину обламывает. Ему 9 лет. Он еще даже не знает, что такое обламывать малину. Шон, ты для него пример. Старайся помогать ему. Для этого и нужны родные. Сейчас в нашей стране страшновато жить. Да. Кстати, есть. А я всегда гадал, когда ты попросишь, что тебе нужны деньги для сегодняшней вечеринки, так? Давай только честно, без вранья. Ты их потратишь на спиртное? На травку? Бля. Да, наверное. Но мы будем отмечать дома, и никто поэтому никуда не поедет. Клянусь. Но раз или поздно, рано или поздно, развеют. Так что вы свое не садитесь в машину к тому, кто еле стоит на ногах. Охренеть, 40 баксов? Серьезно? Да, почему бы и нет? Ты хорошо постриг газон. К тому же я рад, что ты дал честный ответ. Спасибо, пап. Будь осторожен. Больше я тебе не прошу. Ладненько. А ты молодежь любит искать приключения на свою молодежь. На свою задницу, на какую. Когда ты был в моем возрасте, ты часто ходил на тусовки? Извиняй. Все случилось в Мексике, останется в Мексике. Беги давай, пока я не передумал насчет денег. Пригляди за Дэниелем, пока ты еще дома. Ладно. Спасибо, пап. Эй! Шон, не спеши. Может, обнимешь своего папита перед уходом? Ладно, иди веселись. Только не слишком сильно. Ладно. Обещаю. Пока, я люблю тебя. Я тебя люблю, сынок. Бля, батя мексиканец? Хуяся. Чё, папа круто зажигал, когда был подростком? Конечно, он никогда не что-то там. Да. Я пытался это... осилить революцию. А пока попалю всякую хрень, там, блядь. Что ты так быстро говоришь? Я не успеваю, падла. Но папа всегда мечтал открыть свою автомастерскую. Я горжусь им. Правда. Кто это? Папа ее 100 лет назад повесил. Хорошо, хоть не заставляет нас в церковь ходить. Но это было однажды, чуть палец себе не оттяпал.
Я бы точно затрахался помогать папе в мастерской. Блять, будет непривычно ездить на этой машине, зато я смогу покатать Джен, если она захочет. Ты вообще типа водил до этого? Ну хотя если батя, наверное, водил женский велосипед. А для кого он тут висит? Папе нужно продать этот второй велик. Ну да, нахер он тут нужен. Долго еще он будет хранить этот хлам? Украшение... О, плед. Слава богу, значит не придется брать Даниэля. Надеюсь, папа не заметит пропажу одного пледа. Лыжное снаряжение. Папа обещал, что в этом году мы поедем на гору Бейкер. Там офигенные трассы. Так, перепис... Ой. Эй. Странно. Зависает, когда я... Прокручу, ладно, пофиг. Эй, проснись, ты не поверишь, что сейчас случилось? Не притворяйся невидимкой, бу. Хитро, но я тебя вижу. Нагадаешь, что сейчас случилось? Нет, ну и хер с тобой, сказала она. Надо поговорить, ты дома? Год завтра кататься. 16-й год. А, ну, сейчас же 16-й год. Это у нас 21-й. Мистер Майсвайла, это его типа... Типа сестра. Теперь я понимаю, почему ты мой лучший друг. Ты это заслужишь иногда. Ты еще работаешь? Ты еще на работе? Увы. Нужна помощь с гребаной статистикой. Так. Эй, чё? Ты лох. Окей. Пойдешь смотреть матч? Да ну в жопу, наша команда сосет. Она хочет сходить, у нее... Она любит такие попки. Ага, еще бы. Так ты не идешь? Блин, мне спорта на тренировках хватает. Больше спортсменов на все руки. И ноги. Так, ясно. Блядь, сколько тут у них переписок. Ух, ебать. Так. Так, что тут? Последнюю, предпоследнюю прочитаем. Вы смотрели цирк уродов? Смотрели. Батя так расперешел, что попросил у меня дунуть. Я тут тупая в тупых мемах. Тоже неплохо. Да ну нах, пойду спать. Давай, не думай много на ночь. Спасибо, постараюсь. Но если серьезно, он же не победит, правда? Понятия не имею. Сука, остановите планету, я сойду. Собрался уже на тусу? Отвечай! А то я с твоим красавцем папкой туда пойду. Ах ты шлюха. Че ты отвечать не будешь? Так, блокнот, портфел, найти папингейчный ключ, найти поп-итки. Чёрт, вы сильно настроились на эту тусу. Надо спешить. Не опоздаем, надеюсь, вам. Рисунок на стене. Даже не верит, что папа попросил меня разрисовать эту стену. Прикольно. Хотя, конечно, он и Даниэля попросил. Охуенно. Чё, рыбки пиздатые. Так, свет, наверное, вырубим, чтоб электричество не мотало. Хорошо быть судьей. Найти напитки, поискать хавчик. Тебе батя 40 баксов дал. Ты на эти 40 баксов, блядь, Африку накормить можешь. This will work. То, что надо. Не хочу напиваться в присутствии Джан. Понял. Тесто для печенья. Приготовим печенье. Черт. Дэниэл может съесть эту гадость. Вечно.
Cross that off the list. Вычеркиваем из списка. Бухло нашлось, осталось раздобыть еду. Бухло? Ты же колу взял, нет? Не заразумел, почему... Шкафчик. Почему не отображается этот самый? Чипсы, сладости. Печево. Берем чипсы еще. Нет, лучше печиво, чем чипсы. В жизни дерьмо хаваю, хоть герой мой будет. Вкусняшки хавать нормально. Что? Неужели папа решил что-то испечь? Осими Диас, все по распорядку. А, пропылесосить, убрать, навести порядок в ванной, навести порядок на кухне, убрать в своей комнате папа. Убрать. Шон. Шон больше, чем папа, папа больше, чем я. Шон значит больше, чем ты. А. Нет. Шон. Меньше, чем папа? Папа меньше, чем я. Шон это... ГГ? То есть... А. То есть я для брата нихера не значу. Как я понял. I can spare a few bucks for next week's pizza night. Так. Коктейль для детокса. Для детоксикации. Ага. Закрыто. Beer Slayer. Надеюсь, Дэниэль не чистил опять зубы моей щеткой. Daniel better not use my toothbrush again. Потренироваться? Покрасоваться? What's up? What's up? Try again, loser. You look totally hot. Ты очень зачетно выглядишь. Oh my god. О боже, прекрати. Да блять, импровизация. Эй, hey, хочешь? Ко мне под плед. Кринж. Эй, Джен. Хочешь... Поступим, чё? Поступим? Неплохо. Помни. Не будь слишком навязчивым. Нет, сегодня не мой черед заниматься постиралками. Как я понял. Так. My room. Рум-пу-пум. Так, нам что надо? Нам надо хавчик, рабочая одежда. Йоу, Диас, говорят, ты на Мёрфи запал. Мёрфи это кто? Да, Джен. Эй, Джен, ты идешь сегодня на вечеринку? Будет очень круто. Тебя там увидеть. Да, быть не может. Asshole. Козел. Это сосед, наверное. Так, бля. Тумбочка. Oh. Привет, Гюнтер. Sorry. Сорян. Но ты останешься здесь. Так, лэптоп. Sorry, Лайла. Прости, Лайла. Я не любитель селфи. Okay. Ладно. Don't be a stalker, Sean. Не давай себе приручить. Джен Мёрфи. Ё-моё, как долго качается. И они за это с меня бабло берут? Easy wallet. Качайся. Да, блядь. О, мой бог. The internet was a mistake. Lolcat attack. Ясно. Бейджик, что за бейджик? Very funny, очень смешно, Лайва. Baby's assistant.
Kind of. Да. Трубка для курения. Прошлый месяц Эрик добыл немного левого. Круто, у нас тогда 4. Не, нахуй. Синтетические наркотики. Как я понимаю. Блин. Мне так лень работать в эти выходные. Что-то нихуя я тут не нашел. Эй, папин секретный рецепт — это просто охуительная штука. Так, заебашь пасты, принеси. Блин, банка для денег. Забрать 10 баксов. Так, нужно вернуться в гостиную. А, то есть хавку взял? Ладно. Чё-то я не заметил, чтоб он хавку взял. Чё, собрался? Finally, ready to go. Так, всё готово. Time to Skype Layla on my laptop. Осталось зайти в Skype с ноута. Skype с ноута. Кеды, а у тебя чё? Эй, под ват долить нельзя. Чё у тебя за шузы? Позвоним Уэйли. Здорово, Лавелас. Погоди-ка минутку. Ох, куда же я подевала... Погоди. Кто там за окном? Так, здорово. Да, я все взял уже, короче. Батя меня подкинули много денег, так что нам хватит на вечер, если мы захотим купить что-то. Или если Джен понадобится что-то еще. О-ля-ля. Так, шутки в сторону. Что ты скажешь, Джен, сегодня... Ну, не знаю. Обсужу с ней концерт, который был на прошлой неделе. Знаю, что ей нравится. Ты фразы, небось, заучил. А тебе реально нравится так, что ли? И что? У меня мало опыта. И для меня неизведанная область. А ты супер милый. Просто будь самим собой. Опа. Я сделал кровь для... из-за кукурузного сиропа, пищевого чего-то там, красителя. Лала, здорово, Дэниел, кыши с моей комнаты. Но я просто свали, чувак, просто бесишь меня опять, хоть с 10 раз просил стучаться. Да, я заметил. В общем, что, ну ты козел, чего ты взъелся на него? Ты не хочешь... Чё? Прости, прости. Так берет братом из-за неси, извиняюсь перед ним. Он знает, что я просто нервничаю из-за этой тусовки. Ой, да брось. Мы там оторвемся по полной программе. Не сглазь меня. Сглаз? Да я тебе удачу приношу, Шара. Ладно. Мне осталось только попросить... Блять, мне уже влетел в прошлый раз. Не попадайся. На этот раз. Дай-ка посмотреть. Возможно, у меня выйдет шедевр. Ничего бы, это же мой портрет. Кринж. Офигеть. Джен запостил свой наряд у себя на стене. Зацени. Он наверняка
тебя привлечет. Вау. Ну и залупа. И правда. Ого. Точно говорю, она тебя... В смысле, какое отношение ее фотка имеет ко мне? Хай, еще узнаешь. Что там брат орет? Лол, типа поиздеваться? Блять, кринж. ОМГ, ты написал ей лол? Ну ты дерзкий. В смысле? Я люблю шутить. Правда? Надо ее предупредить. Ну, блядь, что там брат орёт? Потому что он в нее всерьёзся. Пиздел. Он не же лучшие друзья, ухажёр. Правда? А... Почему это раньше? Ну тогда я его пощажу. Чувак, ты так нравишься. Опа. Погоди минутку. Там вот что-то случилось. Ты о чем это? Эй! Ты мне футболку изгадил, мудила. Да что такого? Хэллоуин же. Эй! Не смей трогать моего брата. Ты понял, Брэд? Иди нахер, Диас. Он заляпал своей искусственной кровью мою футболку. Я же сказал, что это не нарушил. Оставь нас в покое. О да, идите спрячьтесь у папы в гараже. Тыкуны. Тоже мне главное на районе. Чё, хуел? Чувак, отойди. Он не нарочно. Он же малой, мать его. Don't down, сраный. Что? Что ты сказал прямо, брат? Ты меня услышал. Не смей его больше трогать. А ты что, папочку позовешь? Эй, мудила, я с тобой и без него разберусь. Ты чё, врела хочешь? Ну попробуй, сука. Вали назад в свою страну. О, Шон, ты его ёбнул? Иди в домой, живо. Теперь тебе капец, сука. Но, бля, хорош, хорош. Ты сядешь в тюрьму вместе со своей сраной... С семьёй? Лузера. Что? Что происходит? Бля, чувак. Дэнни, лети отсюда. Что, его ранили? Так, а ну отойди. Живо. Офицер, успокойтесь. Заткнись и отойди. Бля, ложись на землю. Постойте. Этот парень сбил младшего Лата. Ложись на землю, живо. Руки за голову. Да что за херня? Блядь. О нет. Шон, что происходит? Пап, мы ни в чем не виноваты. Клянусь. Что, ночи? Офицер, слушайте. Пап, я хочу домой. А ты хороший, ребята, офицер. И я верю, что ничего не нарушишь. Я сказал, не двигаться, не надо. Мы не... Дэниэлс. Чего, блядь? Да хули ты паль... Ну... Ну, блядь, нахуй стрелять? Типа, блядь, ну он же нихера не сделал. Ну, батя, по крайней мере. А что произошло? Данилка закричал. Типа... Типа все взорвалось? Что-то типа того. Ну. Как эта херня называется? Телекинез? Так, чувак лежит. Тачка перевернута. Коп умер. Скорее всего. Этот чел... Да он башкой ёбнулся. Батя застрелил. О, нет! Нет! Данилка, эй, очнись. Данилка, очнись, надо уходить. Скорее! Бля.
Надо было 10 баксов забрать из копилки. Пиздец. Да, жесть. Решение игрока влияет на сюжет. Ваши поступки приводят к определенным последствиям. Меняет мир вокруг братьев. Выбирайте с умом. Сейчас сцену какую-нибудь посмотрим и закончим серию на этом. Неподалеку от национального парка Mountain Rainier. Похуй, блять. 2 дня спустя. Пиздец. Типа их еще никто не нашел. По дороге идти, ну как-то. Ну как-то палевно, что ли. Нет, чувак. Здесь останавливаться нельзя. Надо идти дольше. Не дуйся, ладно? Пойдем. Но. Но... У меня ноги болят. Дурацкие ботинки. Мы же 4 дня ходим. Что? Всего 2. Не вешай мне уши на уши. И у меня спина болит из-за того, что я спал под этим дурацким мостом. У меня тоже. Я тоже там спал. Ладно, перестань. Бесит, когда ты себя так ведешь. Вот что такое настоящий поход в лесу. Это тебе не дома сидеть в своей комнате. Это настоящее приключение, верно? Ну, вперед. Нам пора в путь. Я серьезно. Где папа? Его убили. Даниилка. Ну давай, пойдем дальше. Что он, почему папа не с нами? Разве он не собирался с нами в поход? Да, но я уже тебе объяснил. Он не может. Помнишь, я говорил... Ну, ладно. Я уже устал ходить. Лучше бы сидел в своей комнате. Понимаю. Эй. Зато нам не придется идти в школу в понедельник. Круто, да? Да. Слушай, все будто просто в шоке, когда узнают, как далеко ты прошагал. Серьезно? Серьезно? Спорим, папа тоже будет в шоке. Как думаешь, сколько мы прошагали? 100 миль? Да небось уже 200, судя по ощущениям. О, вот это класс. Но в следующий раз, надеюсь, папа даст мне хорошие ботинки. Типа твоих. Чувак, Бигфута не нужна хорошая обувь. Я бы хотел быть волком. Вот бы мне... Вот бы мы были волками. Да. Да, тоже вариант. Как на футболке. Только тебе нужно поработать над... Эй, знаешь что? Давай знаем, сможешь ли ты дойти до конца без единой жалобы. А ты, значит, никогда не ноешь? Я не ною. Я тебя... Че, блядь, опятнал? Так нечестно. А мне похуй. Ладно. Тогда я зомби. Я тебя съем. Так, пацаны, давайте, мне серию пора заканчивать. Ты маску проебал. Жизнь странная хуйня. 2. Эпизод 1. Дороги. На этом мы закончим первую серию. Поставлю на паузу, чтобы попрощаться. Сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Кальцифер. Всех люблю и обнимаю. Жду на следующих роликах. Всем удачи. Всем пока.
А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь.